Всем снова привет! Как я уже говорил, сегодня я еще раз попытаюсь пройти игру Момо и сбежать от этой Момо. Так, кстати, я смотрел тут предыдущий видос, что-то я увидел... Вообще, графика фиговая на записи была. Хотя, когда я... Нет, когда я играю и просто так тут графика сама по себе лагучая... Нет, я имею в виду не сейчас, а в игре. Сейчас это тут глюки нарочно сделаны. И лаги. Это тут просто так. На самом деле, их нету. Это здесь так, сделано специально. Ну, так вот, вернемся к делу. Я тут решил поставить чуть больше FPS. Может, тогда получше будет. На записи. А так, графика в этой игре сама по себе лагающая. Так. И, кстати, я выяснил, что же это за желтый агрегат такой был. Это, оказывается, генератор сам. Его тоже надо отключать. Странно его, конечно, нарисовали желтым. Очень странно. Это, видимо, наверное, сделали специально, чтобы запутать игроков. Так, главное, чтобы сейчас не лагало управление. Так. Ну, графика по-прежнему как была лагучей, так и осталась. Вблизи видно мелкие детали, а отойди подальше, и все становится каким-то не таким. Видите? Или нет? Или светлее просто становится? Я не пойму. Ладно. Так, болтайте давайте в быре. Так. Куда? Время-то... Блин, ну вот, потратил драгоценное время. Пока Момо не пришла. Блин. Да давай, быри. И так кучу времени потерял. Сейчас я вернусь, а там уже Момо наверняка бродить будет по моему дому. Ну да, вон она уже лезет. Вырубаем чайничек. Так, главное, чтобы сейчас сюда Момо не примчалось. О, черт, Момо! Все, мне хана. Так. Так, тут заметил еще фишку какую-то странную. Вниз маленько уходит. Двигается изображение. А черт. О, черт, Момо! Блин, надо было делать ноги, а я куда пошел? Балда! Ладно, попробую найти оригинальную версию. Может, она менее лагучая, чем вот это. А то игра вообще пипец какая лагучая. Так. Бежим. Давай, бегом, блин. Не застревай.
Тут каждая секунда на счету. Бегом, беги. Не застревай. Вон уже Момо прется. Вырубаем стиралку. Теперь телек. А, блин, не успел сбежать от Момо. Так, главное, сначала на меня грохнуло, а потом я в этот залез. В ящик. Обалденно. Давай. Сейчас мы это пропустим. Так. Генератор. Бегом! Блин! Потерял столько драгоценного времени. Вон уже Момо идет. Ну все. А, бзец. А вот и Момо. Так, стоп, она меня что, не сразу заметила? Да, у нее тут фишка такая, не замечать. Прямо под своим носом. Так, я тут, кстати, заметил тактику Момо. Она сначала всегда направляется наверх. То есть мы в это время должны что-то внизу вырубить. Пока она наверху. Так. Беги бегом, балда. То сейчас Момо придет. Вон она лезет. Так, давайте-ка, раз она полезет здесь, трубим-ка телек. Теперь чайник. Ну и куда, интересно, направился Момо? Точно наверх. А, нет, туда побежала. Ну все, она сейчас будет просто бегать там, где есть что-то шумящее. О, черт, Момо. Линяем. Ой-о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 й
Она же полезла наверх. Как она вылезла сюда-то? А пришла через одну из входных дверей. Так, видимо, она тут знает какую-то лазейку. А может, это баг. Или мне вообще показалось, что она пришла из двери. А пришла она на самом деле сверху. Бегом, блин, не застревай, балда. Ща мы быстро отрубаем телек. Ой,
Момо, ты что тут забыла? Блин. Да. Эй. Чё это был за лаг такой? Или баг? Не пойму, что именно. По-моему, даже тут графика не лагает, а слегка подглюкивает, что ли. Но лаги в этой игре тоже, как я заметил, есть. Она уже сама по себе такая лагучая. Может, именно от того, что это фейк. Как я уже сказал, попробую найти оригинал. Возможно, оригинал менее лагучий, чем фейк. И как я выяснил, еще в оригинале еще бегать можно. Здесь нельзя. То есть в оригинале можно убежать от Момо. Так, по-моему, отключение... Да, я так и знал. Отключение звука привлекает Момо. Да, блин, она меня увидела и пришла ко мне в комнату. Все, теперь от нее нет спасения. Надо ее как-то забагать так, чтобы она уже не вылезла. Тупая курица переросток. Пошла ты куда, а дальше? Блин, да я просто задолбаюсь ее проходить. Так, хорошо. Мы прибежали очень быстро. Эй, бегом! А теперь срочно идем все вырубать. И начнем мы все-таки с телека. Сперва телек. Потом чайник. Сюда идет Момо. Так, и куда же она направилась? Хотел бы я знать. Ванную? Или наверх? Если она наверху, то она сейчас должна постоянно бегать в ванную. Ага, значит, все-таки наверху. Либо в соседней комнате. Так, осталось только радио. Но как же я туда пройду, когда здесь везде шляется Момо?
О, черт! Всего один приборчик оставалось выключить. Нет, нужна стратегия. А что если сразу отрубить наверху наоборот? Что тогда? Окей. Давай бегом. То сейчас не успеем. Тут надо бегать со всех ног. Если я хочу успеть отрубить каждый прибор. Oh no. Так. Черт, Момо меня спалила. No. Вот, то есть нет. Вот зараза, да? Так, кажется, я придумал фокус-покус. А давайте-ка не будем выключать генератор. Пусть Момо будет отвлекаться на него и уходить на улицу. Генератор мы отключим наоборот в последнюю очередь. Здорово, я придумал. Мама будет ходить к генератору, а пока она это делает, мы тут будем все отрубать. Так. Генератор мы его включаем. Но не трогаем. Сейчас бегаем, вырубаем. Приборчики. О, черт! Блин, сюда уже вошла Момо. Так, ясно. Надо быть осторожнее. И, по-моему, лучше сначала все внизу отрубить. А уже потом идти наверх. Так. Если вы помните, мы не отрубаем генератор. Пусть Момо ходит к нему. О, черт, тут уже Момо идет. Сперва стиралку. А теперь бегом к чайнику. О, нет, Момо, ты что тут забыла? Вот так всегда. Thank you.
Ой, я отрубил зачем-то генератор. А, ладно. А вот и мумошка. Оп. Надеюсь, Момо не спалила меня, и надеюсь, ей неинтересно сейчас заходить на кухню. Так, ну все, хватит уже. Почему камера двигается сама по себе? Есть тут такая неприятная фишка. Так, Момо сейчас находится там, в комнатах. А, нет, она на улице была. Черт. Вот я лоханулся. Ну почему тут радарчика нет никакого, чтобы следить, где Момо находится? Так. Окей. Блин, сколько же я времени-то растерял? Момо уже близко. Да давай, убери, блин. А? Так и знал, что она меня спалила. Блин, ну почему? Ну нельзя быть таким лохом. Я мог бы сейчас с тем же успехом спрятаться и дождаться, пока она уйдет. Потом спокойно делать бы дел. Блин, но я так никогда эту чертову игру не пройду. Я ж просто задолбаюсь ее проходить. Ее, блин, пройти нереально. Это надо лучше в оригинальную версию играть, где можно бегать. А так тут нельзя пройти. Вообще. А вот и Момо. Давайте-ка ее встретим. Надеюсь, я не поймал себя в ловушку. Ах ты хрень курячая. Чё, не спалило? Добро.
А, черт, ну ты хрень курячая, блин. И опять я вот так лоханулся. Так. Все, я теперь знаю, что надо делать. Всякий раз буду подглядывать, где она там бродит. Не буду вылазить целиком, чтобы она меня не спалила. А буду просто подглядывать. Так и поступим. А, черт, дурацкие лаги. Из-за них я теряю время. Лаги и подвисание. Блин, ну потому что у меня комп хреновый. Ну не настолько, конечно, хреновый, но... Не все игры он нормально поддерживает. Ай ты хрень курячая. Все-таки у нее ее заинтересовала ванная. Так. Ну-ка давайте я поставлю на паузу и попытаюсь отключить без игры. А то сейчас тут дофига снимать буду. Короче, у меня все равно ничего не получается. И я тут еще, кстати, заодно повысил этот чувствительность. И пока я тут не снимал, маленечко графика улучшилась, по-моему, даже. Так, ладно. Ладно. Эй, нам тут некогда возиться. Бежим, 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 бегом. Да блин, бери, давай. Вон Момо уже лезет. Сначала вырубаем стиралку. А телек вырубаем потом. Так, я уже слышал шаги Момо. Только бы меня эта недокурица не спалила бы. А вот и не, все-таки спалила. Блин, ну у меня уже просто выбора нет. Давай, мочи меня. Что за баг? Это я так... Прикольно. Нет, ну игру-то пройти реально. Только Момо здесь ходит именно там, где мне нужно быть. Ошивается именно в этих местах. Так. Мошечка. Так, я видел там Момо. А куда она направилась, я понятия не имею. Не будем зря терять время. Радио выключим. Только бы Момо не вздумалось прогуляться наверх. Черт. Шаги Момо.
О, ноу! Слава богу. Остается только отрубить чайник. Бегом давай. Оу, ноу, ноу, ноу. Так, чё? Что? Я смог! Да, но это еще не конец. Теперь надо... Пишет, найдите ключ. А, наверное, ключ от двери в подвал. Там же, помните, она закрыта была. Ладно, была не была. Так. Ну и где этот ключ? Самое главное. Не допустить, чтобы Момо меня спалило. Так что прячемся. На всякий пожарный. Блин. Да я не вижу... Вышла ли она оттуда или не вышла? Ну я наконец-то хотя бы все приборы вырубил. О! Момо спускается. Прячемся. Так, вот и ключ. Только бы Момо не спалило меня. Только бы Момо не спалило меня. Так, и где она? Ушла. Ха, открыли подвал. Так, телефон. Кабель сломан. Мне нужно найти кабель. О, еще одна проблема. Так, давайте-ка слушать. Если Момо близко, я, по идее, должен слышать ее шаги. Но я не слышу ее шаги. Значит, она далеко. А, нет, 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 нет! Ну как же я мог не догадаться, что она на улице, блин! Ну чуть-чуть! Мне оставалось, наверное, только найти этот долбанный кабель и позвонить по телефону. Ну немножечко, блин! Сорвалось. Ладно. Теперь я знаю, что надо делать. Сейчас я поставлю на паузу. И это... Быстренько все сделаю. Эй, люди, зырьте, что я обнаружил. Момо забаганная. Пацаны, смотрите. Вот она. Это Момо. Смотрите. Я вот сейчас отрубил все шумящие приборы, она тут в это время. То есть, когда ты все отрубил, ты можешь ее не бояться. Он. Вон она. Эгегей. Нет.
Лучше не будем искушать судьбу. И подходить к ней близко мы не будем. Так, я тут снова все понадключал, но никак не могу найти чертов ключ. Я уже весь дом вдоль и поперек обшарил. Нет ключа. Так, может он в машине лежит? Нет, в машине пусто. Тут, как я понял, всякий раз ключ лежит в случайном месте. Так что знать наверняка, где он будет лежать, невозможно. Ладно, давайте попробуем найти этот ключ. Момо все равно уже не представляет для нас никакой угрозы, пока мы не найдем ключ. А вот как только мы найдем ключ и зайдем в ту комнату, так она сразу попрется. Блин, ну где же ключ? Я реально уже весь дом вдоль и поперек излазил. Ключа нет. Но это невозможно. Он где-нибудь да должен лежать. Не обращайте внимания. Это только кажется, что Момо ходит. А на самом деле она там забаганная. Блин, ну где же ключ? Ну не может быть такое, чтобы ключ... То есть не ключ, а ключа не было. Но он же где-то тут лежит. Ключик. Ну где же ты? Мне уже надоело. Так, попробуем близко к Момо подойти. Пусть она меня грохнет, и я все заново попробую пройти. Может, тогда ключ дадут. А то так пройти вообще нереально. Ну? Да, так и знал, что она меня грохнет. Близко к ней подходить нельзя. Так, ладно, сейчас я снова все отключаю и схвачу ключ. Все, я нашел ключ и открыл им эту дверь в подвал. Так. Он говорит. Кабель сломан, я должен найти кабель. Так. Момо сейчас снова должна зайти в дом. Так что мы просто прячемся от нее. И дождемся, пока она... Слиняет. Ну, смотается, уйдет, короче. Но сами мы туда пока не сунемся. То я уже знаю. Я, блин, этот ключ задолбался искать. Кое-как я его нашел. Ага, вот и Момо. Я ее видел там. Так. Что? Она меня спалила? Блин. Ну все. Но как она меня могла спалить, когда я в шкафу сижу? Что за баг такой дурацкий? Ух ты, блин. Опять придется делать все по новой. Так, я снова сцапал ключ. Телефон. А теперь со всех ног.
Ну вот я и удрал от этой зеленой морды. Спрячемся в машине. Так. О, кабель. Я так и знал, что он тут находится. Ну все. Остается только вставить этот кабель в телефон, и я победил. Да, вот только как бы мне на Момо не напороться. Как я могу это сделать, когда я даже не знаю, где она? Черт! Ноу! Нет! Не сейчас! Да... Да что ж за хренотень да такая? Каждый раз, когда я оказываюсь близко к победе, меня... Момо убивает. Ладно. Попытка. Да, я уж бросил считать, какая это по счету попытка. Все, я снова схватил кабель. И направляюсь в дом. О, а вон и Момошка. Она ушла наверх. Ура! Звоните 911. Так, ну и что делать? А что делать-то? Что делать-то? Вот принес я этот кабель. Может, надо... Черт, и что мне делать? Так, ну-ка на паузу поставлю. Сейчас посмотрю в прохождении, что тут делать надо. Люди. Я посмотрел прохождение. И тут, оказывается, есть такая хрень. Что нельзя эту игру пройти. Что она, оказывается, не до конца сделана. И пройти эту игру до конца и сбежать от Момо нереально. Так что... увы, я эту игру пройти не удастся. Вот такой вот облом. Так что буду искать тогда оригинальную версию на ПК. И проходить уже ее с нормальной Момо. И эта игра уже полностью... доделано до конца. Тем более я уже знаю, как играть. Ну, до свидания.